Добрый день, мои дорогие любители вязания! Сегодня мы с вами разберем вот такую кайму. На мой взгляд, она заслуживает внимания. Посмотрите, какая красивая. Она состоит из элементов, которые соединены между собой, и обвязки идет по краю. Вязать я буду вот с такой нитки. В 20 граммах 228 метров. Крючок возьму 1,1. Кому понравилась идея, присоединяйтесь. Мы сейчас с вами свяжем. Начинаем мы с вами с первой воздушной петли. И вяжем еще 8 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Замыкаем в колечко. Хвостик вдоль вязания. 1, 2, 3, 4. Это у нас с вами будет столбик. И еще 2 воздушных петли. Итого 6. 2 накида. И заходим в колечко. Вяжем столбики с 2 накидами. 2 воздушных петли, 2 накида, и в это же колечко еще один столбик. 2 воздушных петли, 2 накида и столбик. У нас с вами должно получиться 16 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16. 16 столбиков есть. 2 воздушных петли. И в четвертую петлю подъема 1, 2, 3, 4 мы с вами закрываем этот ряд. Вот что у нас с вами получается. Теперь проходим под арку и вяжем столбики без накида. 1, 2, 3. Переходим в следующую арку. И тоже 3 столбика. 1, 2 и 3. То есть, как вы поняли, в каждую арочку у нас по 3 столбика без накида. 2 и 3. Так провязываем все по кругу. Итак, мы с вами вот обвязали все по кругу, и последнюю мы с вами делаем соединительную петлю и завершаем ряд. Теперь нам нужно сделать с вами вот такие вот лепестки. Как мы делаем с вами? В первой петле я вяжу 1, 2, 3, 4, 2 накида, в следующую петлю захожу, захватываю 2 стеночки петли и провязываю столбик с 2 накидами и не довязываю его. 2 накида, следующий столбик, 1, 2, 2 накида и следующий, 1, 2. Вот у нас с вами, видите, как бы 4 столбика. Мы их соединяем вместе. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 накида. В этот мы вязали, значит, мы в рядом стоящий столбик. Заходим. 1. Рядышком стоящий. 2. Вот третий и четвертый. Вот так вот. Можно провязать все накиды, вернее все столбики, затем 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
2 накида и переходим и вяжем дальше. И продолжаем по кругу. Провязали с вами лепестки, у нас их получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 лепесточков. Последние 8 воздушных петель, и мы соединяемся с вершинкой или с первой петлей нашего вот столбика, соединительная петля. Итак, у нас закрылся ряд. Теперь мы переходим под арочку, вяжем столбики без накида. Их у нас с вами 12. Это второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый. Немножко можно подвинуть. Одиннадцатый и двенадцатый. Вот 12 столбиков у нас есть. И перехожу в следующую арку. Тоже провязываем 12 столбиков. При обвязке этих столбиков мы можем с вами соединять между собой наши цветы. Так, как показано вот на схемке. Да, вот у нас схемка. Мы соединим цветы, соединим их в полоску, и затем мы с вами сделаем вот такую обвязку. По мере того, как мы с вами обвязываем, у нас есть две точки, с которыми мы можем соединиться именно этими мотивами. Я провязала вот 6 столбиков без накида, и теперь нам на ответном тоже найти надо 6, или как бы так интуитивно поймать серединку нашей обвязки, да, протянуть нашу рабочую петельку и продолжить вязать. Это у нас 7 у меня будет, 8 и так до 12. Итак, вот я соединила наши два мотивчика, и у нас получается вот такое вот как бы лента, но эта лента может продолжаться столько, какое вы планируете, допустим, отделку для вашего платья или блузки, всего чего угодно. В конце концов, это может быть какой-то декор. Провязали 2 круглых мотива, и теперь их соединим одной вот такой полосой. У нас будет очень с вами красивая кайма. Схема у нас вот такая есть. То есть я вот провязала вот эту часть, и теперь мы со второй части тоже сделаем такое же самое. Для этого нам нужно с вами соединиться с началом нашей каймы. Смотрите, вот у нас с вами две арки, с которыми соединяемся. Вот эти тоже две, это может быть следующая кайма. Значит, мы должны с вами начать наше соединение. Видите, вот с этой арочки. Если просчитать, вот соединение было 1, 2, 3, вот 4. Мы заходим приблизительно в центре. Я закрепляюсь и вяжу 1, 2, 3, 4. 2 воздушных петли. И в рядом стоящую петлю провязываю еще столбик с 2 накидами. 1 и 2. 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И мы с вами соединяемся вот с центром вот следующей арочки. И столбик без накида. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Теперь вот с центром следующей арочки мы соединяемся опять-таки столбиком без накида. Один, два,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 накида. Вот у нас последняя арочка свободная. Мы ищем центр. Захватить надо 2 петельки. И провязываю столбик с двумя накидами. Один столбик, два накида, и рядом захожу в петельку, провязываю второй. Два накида, и мы с вами переходим на следующий мотив. Зашли сюда. Опять-таки я хочу захватить две петельки, вернее, две стороны нашей петли. Так, что ж такое? И провязать столбик один, и рядышком зайти, провязать столбик второй. Вот так. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 9. Зашли в центр арочки, провязали столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Теперь смотрим. Вот здесь вот, вот в этих местах, видите, здесь у нас соединено с нижним. Вот эти две арочки должны соединяться со следующим мотивом. А вот эта арочка у нас для чего? Для того, чтобы мы могли соединиться с вами столбиками с двумя накидами. Мы вяжем с вами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 накида и заходим в центр. На схеме там немножко другие цифры. Но я пробовала вязать именно по схеме. Мне получается очень собирается эта наша кайма. Она смотрится некрасиво. Поэтому вы можете сами для себя посчитать то ли 9, то ли там по 6 петель. И вот мы с вами завершили, да? Повернули мы с вами вязание. Я вяжу 1, 2, 3. 1, 2, 3. Накид. И вот здесь у нас мы должны провязать с вами вот 1, 2, зайти столбик в третий, провязать столбик с одним накидом. 1, 2, накид и провязать в третий с другого края столбик. Вот. Мне здесь немножко растянулось некрасиво. Вот что у нас с вами получилось, да? Теперь опять-таки 1, 2, накид и зайти вот в вершинку. 1, 2, накид. 1, 2, вот, допустим, зайти в столбик. 1, 2, накид, зайти в следующий. Вернее, через 2 в третий. Или как бы вы для того, чтобы не считать, интуитивно делите эту нашу на 3 части. 1, 2, накид и в сам столбик. Один, два, накид. Можно, конечно, вязать прямо и под самую арочку, но она тогда будет, наверное, сбиваться. И вот сюда, под следующую арку, чтобы не попадать. Ну, потом нужно будет просто распределить их. Ну, да, вот так вот взять, распределить. 1, 2, накид. И мы теперь вяжем вот сюда столбик. То есть мы вот так вот разбиваем всю нашу,
скажем, только что соединенную цепочку всеми этими мотивами. И получается, они как бы в рамке. Довязала я до конца столбик. Последний с одним накидом. Поворачиваем мы с вами вязание. И далее, что у нас с вами получается? Я перехожу столбиком без накида вот под первую арочку. И вяжу 1, 2, 3, 4. Делаю 2 накида. Вот это окошко пропускаю. В следующее окошко захожу. Провязываю 1 столбик с 2 накидами. И 2 столбик. Вот сейчас я их соединяю вместе. И теперь 1, 2, 3, 4. И мы опускаемся под эту же арочку, вяжем столбик. То есть у нас вот получился как бы вот такая вот столбик воздушными петлями. 1, 2, 3, 4. 2 накида. Одно окошко пропускаем, следующее окошко опять вяжем. 1 столбик, 2 столбик. Соединяем вместе. 1, 2, 3, 4. Опускаемся сюда. Можно провязать соединительный столбик. И в итоге вот мы как бы получили столбик и опустились опять с вами в клеточку. 1, 2, 3, 4. 2 накида. Одну клеточку пропускаем, в следующую зашли. И так вяжем с вами до конца. Соединили. 1, 2, 3, 4. Соединили вот так. Давайте будем. Итак, двигаемся к краю. Я практически дошла до конца. И у меня в моем образце, вот видите, здесь получается такое окошко. Но его никак не задействовать в этот мотив. Поэтому я здесь провязываю просто столбиком без накида. Поворачиваю вязание. 3 воздушных петли подъема. И еще предлагаю сделать одну петлю и соединиться вот с вершинкой нашего столбика. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Соединяемся с вершинкой следующего столбика. 1, 2, 3, 4, 5, 6. С вершинкой столбика. Итак, мы соединяемся с каждой вершинкой. Итак, вот мы с вами соединили все столбики. Видите, у нас получились такие как бы зигзаги. Здесь у нас с вами как бы незавершенный такой, да, кусочек. Поэтому я делаю 2 накида и вот как бы в один из, вернее, 2 воздушных петли делаю вот такой вот. Даже нет. Я делаю 2 воздушных петли и соединяюсь с этим как бы столбиком. Завершили мы как бы с вами образец. Теперь 1, 2, 3 и еще 1, 2, 3 накид. И мы заходим с вами вот в вершинку опять-таки столбика, провязываем столбик с одним накидом. 2 воздушных петли. Накид, и мы провязываем под арочку столбик с одним накидом. 2 воздушных петли, провязываем столбик в вершинку нашего столбика. 2 воздушных петли, накид, и вот сюда. Посчитайте, может быть, кому-то понравится 3, но мне на схеме показано 3. Но, по-моему, ложится хорошо 2 воздушных петли накид и вот сюда. Вот видите, то есть мы с вами можем вот как в этой части закончить и обвязать, да?
То есть я довязываю до конца. Итак, мы с вами вот провязали столбики. Поворачиваем вязание. И сделаем одну воздушную петлю подъема. И будем вязать в каждую из арочек по 3 или 2. 2 столбика без накида и в сам столбик. 1, 2 и в сам столбик. И таким образом мы с вами обвяжем нашу уже образовавшуюся кайму со второй стороны. Да? Вот так вот. Видите? Посмотрим, что у нас получается с двух сторон, как бы вот такая вот обвязка наших цветов. Итак, вот что у нас с вами получается. То есть, если мы соединим достаточно много, то получается просто изумительная такая кружевная полоса, которую можно вставить, ну, абсолютно в любое ваше изделие. Да? А на сегодня я с вами прощаюсь. Итак, понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А вам творческих успехов и до скорых встреч!